Действие первое, явление пятое. Ну вот у праздника, ну вот вам и потеха. Однако нет, теперь уж не до смеха. В глазах темно, и замерла душа. Грех не беда, молва нехороша. Что мне молва? Кто хочет, так и судит. Да батюшка задуматься принудит. Брезглив, неугомонен, скор, таков всегда. А с этих пор ты можешь посудить? Сужусь не по рассказам, запрет он вас, добро еще со мной. А то, помилуй бог, как разом меня, молчалина и всех с двора долой. Подумаешь, как счастье своенравно, бывает хуже, с рук сойдет. Когда ж печальное ничто на ум не идет, забылись музыкой, и время шло так плавно, судьба нас будто берегла, ни беспокойства, ни сомнения, а горе ждет из-за угла. Вот то-то-с, моего вы глупого суждения не жалуйте никогда, ан вот беда. На что вам лучшего пророка? Твердила я, в любви не будет в этой прока, ни во веки веков. Как все московские, ваш батюшка таков. Желал бы зятя он с звездами, да с чинами, а при звездах не все богаты между нами. Но, разумеется, к тому б и деньги, чтоб пожить, чтоб мог давать он баллы. Вот, например, полковник Скалозуб и золотой мешок иметь в генералы. Куда как мил, и весел мне страх выслушивать о фрунте и рядах. Он слова умного не выговорил сроду. Не все равно, что за него, что в воду. Да, так сказать, речист, а больно не хитер. Но будь военный, будь он статский, кто так чувствителен и весел, и остер, как Александр Андреевич Чацкий, не для того, чтобы вас смутить. Давно прошло, не воротить, а помнится. Что помнится? Он славно пересмеять умеет всех. Болтает, шутит, мне забавно. Делиться всяким можно смех. И только будто бы слезами обливался. Я помню, бедный он, как с вами расставался. Что, сударь, плачете? Живите-ка, смеясь. А он в ответ: недаром, Лиза, плачу. Кому известно, что найду я, воротясь? И сколько, может быть, утрачу? Бедняжка, будто знал, что года через три... Послушай, вольности ты лишней не бери. Я очень ветрено, быть может, поступила. И знаю, и винюсь. Но где же изменила? Кому, чтобы укорять неверностью могли? Да, с Чацким, правда, мы воспитаны, росли. Привычка вместе быть день каждый неразлучно связала детскую нас дружбой. Но потом он съехал. Уж у нас ему казалось скучно. И редко посещал наш дом. Потом опять прикинулся влюбленным, взыскательным и огорченным. Остер, умен, красноречив, в друзьях особенно счастлив. Вот об себе задумал он высоко. Охота странствовать напала на него. Ах, если любит кто кого, зачем ума искать и ездить так далеко? Где носится? В каких краях? Лечился, говорят, на кислых он водах. Не от болезни чай, от скуки повольнее. И верно, счастлив там, где люди посмешнее. Кого люблю я, не таков. Молчалин, за других себя забыть готов. Враг дерзости, всегда застенчиво, не смело. Ночь целую с кем можно так провести? Сидим, а на дворе давно уж побелело. Как думаешь, чем заняты? Бог весть, сударыня, мое ли это дело? Возьмет он руку, к сердцу жмет, из глубины души вздохнет, ни слова вольного, и так вся ночь проходит. Рука с рукой, и глаз с меня не сводит. Смеешься? Можно ли? Чем повод подала тебе я к хохоту такому? Мне-с? Ваша тетушка на ум теперь пришла, как молодой француз сбежал у нее из дома. Голубушка, хотела сохранить свою досаду, не сумела. Забыла волосы чернить и через три дни посидела. Продолжает хохотать. Вот так же обо мне потом заговорят. Простите, право, как бог свят. Хотела я, чтоб этот смех дурацкий вас несколько развеселить помог. Действие первое, явление шестое. К вам Александр Андреевич Чацкий. Уходит. Действие первое, явление седьмое. Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног. Жаром целует руку. Ну поцелуйте же, не ждали? Говорите,
Что ж ради, нет? В лицо мне посмотрите. Удивлены? И только? Вот прием! Как будто не прошло неделя. Как будто бы вчера вдвоем мы мочи нет друг другу надоели. Не на волос любви, куда как хороши. И между тем не вспомнюсь без души. Я 45 часов, глаз мигом не прищуря, верст больше 700 пронесся, ветер, буря, и растерялся весь, и падал сколько раз, и вот за подвиги награда. Ах, Чацкий, я вам очень рада. Вы рады? В добрый час. Однако искренно кто ж радуется эдак? Мне кажется, так напоследок людей и лошадей знобя я только тешил сам себя. Вот, сударь, если бы вы были за дверями, ей-богу, нет 5 минут, как поминали вас мы тут. Сударыня, скажите сами. Всегда, не только что теперь, не можете мне сделать вы упрека. Кто промелькнет, отворит дверь проездом, случаем из чужи, издалека. С вопросом я хоть будь моряк, не постречал ли где в почтовой вас карете? Положимте, что так. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Ах, боже мой, уж ли я здесь опять, в Москве, у вас? Да как же вас узнать, где время то, где возраст тот невинный? Когда бывало вечер длинный, мы с вами явимся, исчезнем тут и там, играем и шумим по стульям и столам. А тут ваш батюшка с мадамой за пикетом, мы в темном уголке, и кажется, что в этом, вы помните? Вздрогнем, что скрипнет столик, дверь. Ребячество! Да-с, а теперь? 17 лет вы расцвели прелестно, неподражаемо, и это вам известно. И потому скромны, не смотрите на свет. Не влюблены ли вы? Прошу мне дать ответ, без думы, полноте смущаться. Да хоть кого смутят вопросы быстрые и любопытный взгляд? Помилуйте, не вам, чему же удивляться? Что нового покажет мне Москва? Вчера был бал, а завтра будет 2. Тот сватался, успел, а тот дал промах. Все тот же толк и те же стихи в альбомах. Гонение на Москву. Что значит видеть свет? Где же лучше? Где нас нет? Действие первое, явление 7. Ну что ваш батюшка? Все английского клуба? Старинный верный член до гроба? Ваш дядюшка отпрыгал ли свой век? А этот, как его, он турок или грек? Тот черномазенький, на ножках журавлиных. Не знаю, как его зовут. Куда ни сунься, тут как тут. В столовых и в гостиных. А трое из бульварных лиц, которые с полвека молодятся. Родных миллион у них, и с помощью сестриц со всей Европой породнятся. А наше солнышко, наш клад. На лбу написано «Театр и маскарад». Дом зеленью раскрашен в виде рощи, сам толст, его артисты тощи. На бале, помните, открыли мы вдвоем за ширмами, в одной из комнат посекретней был спрятан человек и щелкал соловьем. Певец зимой погоды летней, а тот чахоточный, родня вам, книгам враг, в ученый комитет, который поселился, и с криком требовал присяг, чтоб грамоте никто не знал и не учился. Опять увидеть их мне суждено судьбой, жить с ними надоест, и в ком не сыщешь пятен, когда ж постранствуешь, ворозишься домой, и дым отечества нам сладок и приятен. Вот вас бы с тетушкою свесть, чтоб всех знакомых перечесть. А тетушка, все девушка Минервой, все фрейлиной Екатерины Первой, воспитанницы мосик полон дом, ах, к воспитанию перейдем. Что нынче, так же, как и сдревле, хлопочут набирать учителей полки, числом поболее, ценою подешевле. Не то чтобы в науке далеки, в России под великим штрафом нам каждого признать велят историком и географом. Наш ментор, помните Колпакову, халат, перст указательный, все признаки учения, как наши робкие тревожили умы, как с ранних пор привыкли верить мы, что нам без немцев нет спасения. А Гильоме, француз, подбитый ветерком, он не женат еще? На ком? Хоть и на какой-нибудь княгине, Ульхерии Андреевне, например. Танцмейстер, можно ли? Что ж, он и кавалер. От нас потребует сменем быть и в чине. А Гильоме, здесь нынче тон каков?
на съездах на больших, по праздникам приходским, господствует еще смешение языков, французского с нижегородским. Смесь языков? Да, двух, без этого нельзя ж. Но мудрено из них один скроить, как ваш. По крайней мере, не надутый. Вот новости! Я пользуюсь минутой, свиданием с вами оживлен и говорлив, а разве нет времен, что я молчалино глупее? Где он, кстати? Еще ли не сломил безмолвие печати? Бывало песенок, где новеньких тетрадь увидит, пристает, пожалуйте списать. А впрочем, он дойдет до степеней известных, ведь нынче любит бессловесных. Не человек, змея. Хочу у вас спросить, случалось ли, чтобы вы, смеясь или в печали, ошибкую, добро о ком-нибудь сказали, хоть не теперь, а в детстве, может быть? Когда все мягко так, и нежно, и незрело, на что же так давно? Вот доброе вам дело. Звонками только что гремя, и день и ночь по снеговой пустыне, спешу к вам, голову сломя. И как вас нахожу? В каком-то строгом чине. Вот полчаса холодности терплю, лицо святейшей богомолки, и все-таки я вас без памяти люблю. Минутное молчание. Послушайте, уж ли слова мои все колки и клонятся к чьему-нибудь вреду? Но если так, ум сердцем не в ладу. Я в чудаках иному чуду, раз посмеюсь, потом забуду. Велите ж мне в огонь, пойду как на обед. Да хорошо, сгорите, если ж нет. Действие первое, явление восьмое. Вот и другой. Ах, батюшка, сон в руку. Уходит. Проклятый сон. Действие первое, явление девятое. Ну, выкинул ты штуку. 3 года не писал двух слов и грянул вдруг, как с облаков. Обнимаются. Здорово, друг, здорово, брат, здорово. Рассказывай, чей у тебя готово собрание важное вестей. Садись-ка, объяви скорей. Садятся. Как Софья Павловна у вас похорошела. Вам, людям молодым, другого нету дела, как замечать девичьи красоты. Сказала что-то вскользь, а ты, ячей надеждами занесся, заколдован. Ах, нет, надеждами я мало избалован. Сон в руку, мне она изволила шепнуть. Вот ты задумал? Я? Ничуть. О ком ей снилось? Что такое? Я не отгадчик снов. Не верь ей, все пустое. Я верю собственным глазам. Век не встречал, подписку дам, чтоб было ей хоть несколько подобно. Он все свое. Да расскажи подробно, где был, скитался столько лет, откуда вы теперь? Теперь мне до того ли, хотел объехать целый свет, и не объехал сотой доли. Встает поспешно. Простите, я спешил скорее видеть вас, не заезжал домой. Прощайте, через час явлюсь, подробности малейшей не забуду. Вам первым, вы потом рассказывайте всюду. В дверях. Как хороша. Уходит. Действие первое, явление десятое. Который же из двух? Ах, батюшка, сон в руку. И говорит мне это вслух. Ну, виноват, какого же дал я крюку? Молчалин давеча в сомнение ввел меня. Теперь... Да в полня из огня. Тот нищий, этот франт, приятель, объявлен мотом, сорванцом. Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом? Уходит. Действие второе, явление первое. Петрушка, вечно ты с обновкой, с разодранным локтем. Достань-ка календарь. Читай не так, как пономарь, а с чувством. С толком, с расстановкой. Постой же, на листе черкни на записном противу будущей недели к Прасковье Федоровне в дом во вторник зван я на форели. Куда как чуден создан свет, пофилософствуй, ум вскружится. То бережешься, то обед. Ешь 3 часа, а в 3 дни не сварится. Отметь-ка, в тот же день, нет-нет, в четверг, я зван на погребенье. Ох, род людской,
пришло в забвенье, что всякий сам туда же должен лезть, в тот ларчик, где ни стать, ни сесть. Но память по себе намерен кто оставить житьем похвальным. Вот пример. Покойник был почтенный камергер с ключом, и сыну ключ умел доставить. Богат, и на богатый был женат. Переженил детей, внучат. Скончался, все о нем прискорбно поминают. Кузьма Петрович, мир ему. Что за тузы в Москве живут и умирают? Пиши, в четверг, одно уж к одному, а может в пятницу, а может и в субботу, я должен у вдовы, у докторши крестить. Она не родила, но по расчету, по моему, должна родить.